Во Владивостоке прошла торжественная церемония вручения молодежной премии «Есть за что». Такая награда вручается участникам за достижения и реализованные проекты в различных сферах жизни города. Молодые, яркие, талантливые, мне искренне радостно, что сегодня мы можем отметить тех, кто действительно вместе с нами, одной большой командой, постарался сделать жизнь нашего города чуть ярче, комфортнее, интереснее, насыщеннее. Всего на конкурс было подано 100 заявок. Из них экспертный совет выбрал только 30, которые были выставлены на всеобщее голосование в сеть ВКонтакте. С учетом итогов было отобрано 15 лауреатов. Премиями отмечены молодые жители, которые занимались проектами в области развития привлекательности городской территории, сохранения исторического наследия, предпринимательства и экономического развития, образования, просвещения и науки, развития общественных связей и журналистики, социальных коммуникаций и благотворительности, искусства и культуры, популяризации здорового образа жизни. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.